Кэлени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Придержи. Норлин? Окупат? Покажи. Прощай. Не слышал о бригаде в Риме? Такие, как ты там. Я видел тебя вблизи. Мы ничего с этим поделать не можем. Пропал, значит, пропал. Привет. Пока. Бывай. Здесь места опасны, госпожа. Эй, ты, задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом Саду. Да.
Если бы не ты... Очень приятно, что не... В ту ночь, когда она не... Ну вот, пожалуйста. Не совсем. Послушай, Лина... Я предупреждал Тамиру. Я не знаю, благодарить тебя или... Поверь мне, мой выбор был труднее. Сейчас... Геральт из Рим. Впервые слышу. Покажи мне суп. Давно...
Но... Не торопись! Что это у тебя с рожей? А! Растаку! Покажи. Не знаю, буду я что-нибудь... Упаси нас, боги!
правда у тебя с рожей? От меня подальше. А? Куда лезть? А что для вас, ваша милость? У меня тут все. Отчетов старшиной водки. Бумаги, пожалуйста, и бутылочку тут. Чего же? Посмотрю, может, что... Я бы сейчас лучше... Тебя же... Ах, это? А ты, значит, хоть... Конечно! Мы же говорим... О чем?
Не хочешь сыграть? Что-нибудь от боли в животе. Прощай.
Моя почта. У тебя есть брит? Бывай. Что-то не верится, что Нэнки чарами пришла. Какая милая старая. Ты ведьмаш? Слышал вчера вой. Что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Сначала ногу. Что скажешь насчет...
Что скажешь? Что скажешь? Ты ведьмак?
Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Ты и тут бывал, да? Вот ты мне скажешь. Если вас приедет, бей черных, бей! Как все это кончится? Думаю, бордель открыть. Вы зимой. За речку-то надо повнимать. Геральт... Ты что здесь делаешь, Гон? Ты шут. Сейчас на... Как ты здесь... С войск, когда Нильфг... Потом я... Но... Но родовит ока... Говорил, у тебя какие... С Брянкой. И что? Да, если... Зачем? Понимаешь ли... На войне... Мне как... Ты не ошиба... Ты больше не до... Ты что, знаешь, чем от... Я сери... Это был Рита... Солдат, мы... У Бьянки с этим проблема. Я приказал... Ладно, у тебя про... Не думаю, чтобы... Ты масть... Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельник. Эх ты, растяпа! А правда, что ты когда-то королей убивал? Мы кровью заплатим. Ведьмак ведь не может... Деревня вне... Бьянки? Она порывит... Шшш. Что еще? Люди трое, легко вооружены. Смерть черным! Атна! Кырха! Похоже, мы опоздали. Идиотка! Геральт, надо ей помочь. За мной! Твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Мелителе. Учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Фран. Ого. Похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов.
Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгир и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг, сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Нельзя нам терять надежды. Боги, скоро полнолуние. Окна получше закрыть. Железный в притолоку вбей. Еще бы миску молока через порог. Тогда мороки точно бы не вошли. Ой... Верно ты выглядишь. Кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть! Верные шапи их хер оторвут. Ха! Эх ты, растяпа! Только ведьмака этой братве не хватало. Бывай. Ведьмак ведь не может остаться. Ты меня достал, Седой. А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командой? Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть черным! Thank you.
повторяю. А когда ты последний раз мыл голову? Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет, я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что это за типы? Этот, надутый как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком-младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияния, людей, класса, да всего. А тот второй? Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В Махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали из подтекающей лампы. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингилии Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестолку. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. Выродок, твое место в подземелье. Закрыто, но похоже, что Зед там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой ход? Еще один страшило. Фу! Thank you.
Это должно быть Зет. Нашел? Нет. А где Зет учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. Что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас. Добрый день. О, сука. Ну, Ринко, теперь твой черед. Взять его! Видно, они здесь что-то искали. Изенгрим Фаэльтиарна из колоды белок. Интересно, сколько же это карты стоит? Искали. Пожалуй, стоит поискать учетную книгу. Или у Зеда был буйный кот, или где-то здесь должен быть тайник. Тут, похоже, именно тех, кому Зед продавал карты. Золтану стоит на это взглянуть. А когда ты последний раз мыл голову? Это ж ясно, как вечный огонь. Я создал их любви. Бордель в Новиграде — это пассифлора. Эй, ты! Видел тут где-нибудь тёлочек? И уличные девки. Открывай! Золтан? Да! Ты уже долго сидишь в Новиграде. Может, ты мне скажешь, почему ни Родовит, ни Вар Эмрейс еще не заняли города? Замечательный вопрос. Сейчас все тебе объясню. Война требует средств. А Новиград — это большой порт, могучий флот и полная казна. В сущности, это лакомый кусочек и для Редании, и для Нильфгарда. Как я понимаю, стены города высоки, а арсеналы полны оружия. Ты мало что понимаешь. Это правда, что осада была бы долгой и изматывающей. Но дело в том, что все, что есть ценного в Новиграде, может исчезнуть как сон по мановению руки. Большая четверка дала понять, что если что начнется, то флот может тут же загореться. А штурм города вызовет беспорядки, во время которых дело дойдет до грабежей, в том числе церковного имущества. В общем, кто хочет получить богатство и флот Новиграда, тот должен договариваться с преступным миром. Что ты можешь рассказать о новиградском преступном мире? Новиградом заправляет Большая Четверка. Сигеровин, Король Нищих, Тесак и Ублюдок Младший. Слушай, как там называется такой триумвират, в котором четверо? Да хер его знает. Ну и в общем их четверо. Они поделили сферы влияния, и ничего в городе без их согласия не делается.
Ходят слухи, что в последнее время ублюдок повздорил с остальными. Похоже, теперь и в Новиграде неспокойно. Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело, только ничего из этого не вышло. Залез в долги, теперь вот приходится выплачивать. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная глупость. Ну да не хочу я это размусолить. Партию в гвинт? Никогда не откажусь. Ну тогда давай играть. Кажется, я выиграл. Что до хера удивительно. Колода-то у тебя любительская. На, вот возьми карту. Пригодится.
Тебе не помешает подправить колоду, чтобы мне за тебя стыдно не было. Попробуй потрясти дружка твоего, Роше. Он говорил, у него хорошие карты. Тоже хочешь подзаработать? Заплатим за свободную теперь. За речку-то надо повнимательней. Мы кровью заплатим за свободную теперь. Геральт, ты играешь в Грин? Да. Ну, удачи. Давай-ка. Геральт из Ри... Парень. Сюда. Удачи. Да. Геральт из... Парень. Куда? Смерть черным. Thank you.
Знаешь, с кем еще? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Мелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал.